Have a blessed day. Здравствуйте. Нет. Знаете, честно скажу, просто посмотреть зашел. Первый раз. Так вроде незаметно все. Что можно? У нас можно и пробовать, если что-то понравится. Ну, попробовать, вдруг понравится, если хотите взять. То есть вы можете что-то отрезать? Конечно. Иными словами, да? Да, у нас здесь сыры с голубой белой плесенью разной степени мягкости, твердости. Здесь сыры твердые, полутвердые. Ага. Коровьи и козьи. В основном в России есть Швейцария. Помимо Швейцарии что-то еще есть? Или только... А? Белоруссия. А, нет. Но, кстати, мне больше нравится, что Швейцария дальше. А, да нет, здесь сам принцип. А вы не подскажете, у вас визитки не найдется, я не найду это место. Визитка, 100%. Да, я стала искать, не нашли? Закончились визитки. Я могу вам на другое написать. Ну, если вас не затруднит. Да вообще нет. Да, напишите, пожалуйста. Я не найду. А вы скучали, да? Ну да, я здесь все время хожу каждый день, но тем не менее. Ну не каждый день, но вы понимаете. Мне кажется, что вывески нету. Или... Я на двери увидел надпись, дверь открыта и все. Еще вот происхождение. Так, я даю вам свой. Да? Оливки происхождения, скажите. Греция. Ага, хорошо. Я даю вам свою личную визитку, это другой проект. Ну вы можете зачеркнуть телефон, если хотите, чтобы я вам звонил. И мы просто адрес важен и все. Столярная 18. Я другим маршрутом сегодня пошел, не помню. Как удачно. Скажите, пожалуйста, там сайта нет у вас или нет? У нас есть сайт. Я почему спрашиваю? Вы можете набрать. Вот дегустации, там даты и все такое, да? Да, у нас там все указано. Ага. Салон Гедонист столярный 18, сыр и сидр, чтобы вы поняли, о чем речь. А, вы можете также добить салон Гедонист, но в Яндексе Гугле везде. Хорошо, есть, да. Там, а на сайте можете найдете. Спасибо большое. Он так и пишет, у нас сайт. Ага. Не, ну здесь указано, да, у вас, поэтому я эту самую. У меня другое указано там немножко, да? Моя, поскольку от другого проекта визитка, поэтому. Ага. А если, к сожалению, закончится. Ну хорошо. Да. Все, спасибо большое. Хорошо. До свидания. Взаимно.
Рыжий кот вот такой вот.